Друзья, всем привет! Сейчас, короче, буду есть курицу-гриль в лаваше. Вот такая вот курочка-гриль в лаваше, видите? Вот так она выглядит. Ну, я, короче, половину отломил. Но целую я, конечно, не буду есть. Половину отломил, и вот половинку буду другую кушать. Буду сейчас кушать, друзья. В общем, вы, если тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Пам-пам-пам. Ну чё, друзья, лавашек. Ну чё, давайте с вами есть курочку. Лаваш. Класс. Вкусненькая такая. Обожаю курицу в гриле. У меня еще, друзья, вот такой кетчуп есть, вот такой вот. Сейчас я немножко курочку полью. Кетчупчиком. О. С кетчупом у нас будет вкуснее, да? Так тема лучше пойдет. Друзья, очень вкусно. Помню, как на съемках разговаривал там с одной женщиной. Она говорит, а мне, говорит, так нравится домой приходить, купить курицу-гриль и съесть ее в одно лицо. Ну, целиком, представляете? Целую курицу-гриль за один раз. Она такая полная женщина. Не, я целую курицу не осилю, конечно. Не настолько я проглот. Ой, друзья. Сказка. Друзья, пишите побольше комментариев. Будем общаться с вами. Вы видите, я на все комментарии отвечаю. Между нами должно происходить общение. Да, с лавашиком вообще тема. Такой лавашек. Объедение.
Мне еще так нравится шкурка курочки гриль. Она такая вкусная. Такая сочная, зажаристая. Обидешка. Крылышко. Какая прелесть. Какая прелесть, друзья. Ням-нямка. Лавашек. Лавашек. Макаю в кетчуп. Друзья, смотрите, какая красота. Ням-нямка. Друзья, как это вкусно. Как это вкусно. Какое-то объедение, да? Блин, брат мой постоянно смотрит Дом 2. Я, блин, поражаюсь, честно говоря, как можно смотреть такую передачу. Тем более уже в таком возрасте. Лавашек. Наслаждаюсь, друзья. Да.
Почему вот вредная пища такая вкусная, да? Курица гриль, это же не очень как полезная пища. Но такая вкусная. Блин, что-то у меня сегодня какое-то настроение, друзья, не особо. Что-то я немножко как-то подрастроился. Так нахлынули всякие мысли в голову. Это у каждого человека бывает такое. Минута грусти. Ножка, куриная ножка с кетчупом, с лавашом. Все, друзья, пока. Всем счастливо. Пишите комментарии, будем общаться.